Привет, друзья! Недавно со своими знакомыми мы решили обсудить тему благотворительности. То есть не то, чтобы мы решили помочь кому-то, просто обсуждали за и против. Начались невероятные дебаты, потому что мы поделились ровно на два лагеря. Одни были за благотворительность, другие просто-напросто не верили в нее. Для того, чтобы разобраться в этой ситуации, мы решили встретиться с людьми, которые непосредственно каждый день работают над тем, что помогает людям узнать от первого источника, как все происходит на самом деле на территории Татарстана. Человек, который оказывает помощь, он получает сам внутреннее удовлетворение. Клубов тысяч масок – это то количество, которое мы вот, ну, именно дали бесплатно. За время работы фонда мы купили 8 домов многодетным матерям-одиночкам. Можете ли вы сами себе ответить на вопрос, о чем вы мечтаете? Нет? Хорошо. Тогда подумайте сейчас, о чем мечтают люди, которые оказались в сложной жизненной ситуации, будь то инвалиды, либо малоимущие семьи и так далее. Дело в том, что есть организация, которая занимается именно тем, что осуществляет разные, порой сложно исполнимые мечты таких людей. Мы исполняем мечты детей от 3 до 17 лет и пожилых 60+. Главный критерий – это опасное для жизни заболевание, состояние здоровья, угрожающем жизни. У нас 23 региональных представительства в Российской Федерации. Проект запущен в Казахстане на сегодняшний день. И мы расширяемся. Этот проект, в рамках него было исполнено около 300 желаний детей и пожилых за все время существования. Но важно отметить то, что проект еще создает некоторые под собой акции, которые тоже носят федеральный характер, приуроченные к каким-то событиям. Например, акция «Елка желаний» приурочена у нас к Новому году, где мы расширяем круг благополучателей. Это еще дети-сироты, дети, проживающие в семьях с достатком ниже прожиточного минимума. И также дарим немножечко материальные подарки. То есть это не история уже не то, что про мечты, а, например, про желания какие-то на Новый год. И в этой акции только за прошлый период, то есть вот на предыдущий Новый год, было исполнено 7500 желаний по всей стране. И сейчас уже мы тоже запускаем тематическую акцию всероссийскую «Мечты победителей». Она уже запущена. Это исполнение заветных желаний нематериальных ветеранов. Рад, что моя мечта превратилась в действительность. Хорошая память, потому что деревья долго растут, и практически всю жизнь там теперь будет расти сад или парк, там что будет заложено. Они не имеют продолжительный период жизни. А так бывают совершенно интересные истории. У нас ребенок, кстати, из Казани, вот, хотел на танке покататься, но покатался. Мама, как тебе всегда говорит? Какие слова? Сдавайся. Да, молодец. Девочка на инвалидной коляске хотела полетать за штурвалом самолета. Полетала. И такого очень много. У нас с президентом хотели встречаться, ребят. С Путиным. И с Рустамом Нургалиевичем. Мы тоже это исполнили. Ребята, не бойтесь метать. Меты вылазят. Сегодня исполнилась моя самая заветная мечта. Я очень рад, что моя мечта осуществилась. В Казани по адресу Серова 4А располагается мечеть Ярдам. Помимо своего основного религиозного предназначения, на их территории располагается реабилитационный центр. Также они регулярно готовят тысячи обедов для нуждающихся и помогают в трудоустройстве людям с ограниченными возможностями. Национальный исламский благотворительный фонд Ярдам был учрежден 13 лет назад, и мы его учредили для того, чтобы заниматься реабилитацией инвалидов разных категорий. Это реабилитация незрячих, колясочников, инвалидов ДЦП, и со временем у фонда появились более чем 10 направлений. Мы работаем плотно с различными обществами, это общество слепых, общество глухих, там общество инвалидов, то есть информация про нас везде имеется, мы уже не один год работаем, как я сказал, и поэтому люди обращаются, поток идет большой, и с каждым разом этот поток все увеличивается. Я хочу сказать, что у нас очень много успешных примеров реабилитации. Это когда люди потом создавали семьи, поступали в какие-то учебные учреждения, осваивали профессии. У нас есть незрячие журналисты, у нас есть незрячие массажисты, есть там колясочница, есть психолог сейчас вот активно практикует. То есть такие люди, которые находят свой путь в жизни. И
Кроме этого, есть центр поддержки населения. Мы за время работы фонда мы купили 8 домов многодетным матерям-одиночкам, вот, от 4 и более детей. А вот еще один пример от компании по производству спортивной одежды. В момент, когда они только запустили свой бренд, вместо продаж их встретила всеобщая пандемия. И даже при этих обстоятельствах команда начала свою работу не на прибыль, а на безвозмездную помощь казанским медикам и волонтерам. Запустили вот как бы такую, можно сказать, акцию. Около 2000 масок – это то количество, которое мы вот, ну, именно дали бесплатно. А помимо медицинских организаций, в этом числе были еще и волонтеры. Именно ты можешь ничего не говорить, я просто заехал к ребятам. Вот две партии масок, которые ребята приготовили. Одни для волонтеров из Челнов и большая партия для волонтеров из Казани. Вот. Хотел бы сказать ребятам большое спасибо. Мы основали наш благотворительный фонд 2 года назад, по-моему, в 2018 году. В общем, у нас есть проект такой, он называется «Добрый футбол». Это турнир для детей, которые есть такой статус, находящийся в сложной жизненной ситуации. Это дети, которые на социальных каких-то учетах находятся, которые воспитываются без родителей, сироты, или там у них, там, допустим, может быть, лишены родителей прав. Вообще, проект задумывался как вот первоначальный этап – это проведение турнира, а в дальнейшем реализация, создание неких секций для этих детей в районах бесплатно, чтобы они там могли заниматься. Вот. Но с второй частью у нас пока возникают проблемы, и вот с учетом там коронавируса и вот карантинов в этом году, большой вопрос, как мы сможем его реализовать в этом году и сможем его. Одна старая народная мудрость гласит о том, то, что дай человеку рыбу, и он будет сыт один день. Дай человеку удочку, и он будет сыт всю жизнь. Об этом-то сейчас и пойдет речь. Есть прекрасный благотворительный фонд, который занимается тем, что помогает детям с профориентацией найти им нужную работу, заработать первые деньги и состояться в дальнейшем как личность, а то и предприниматель. В общем, сейчас сами обо всем узнаете. Наш благотворительный фонд «Акбар Созидание» был создан и учрежден в 2006 году. Фондом разработаны образовательные программы, в том числе по повышению финансовой грамотности, в том числе проект по повышению профориентации. Первое время, когда мы говорим о том, что хотим устроить детей-сирот, это всегда существует некая преграда. Но предварительно, если мы детей приглашаем на экскурсию, когда те же сотрудники видят, что это дети такие же, как их свои родные, после даже первой такой мотивационной встречи у многих, скажем, работодателей меняется, в корне меняется само отношение к этим детям. Дети в основном работают примерно 3 недели. И вот за 3 недели у нас дети получают от 10 тысяч рублей. Воспитанники детских домов и вообще детей с любого возраста нужно приучать к самостоятельности для того, чтобы они в дальнейшем смогли сами, во-первых, ответить за свои поступки, во-вторых, иметь кусок хлеба, а для того, чтобы заработать, необходимы какие-то навыки. Эти навыки нужно получать, пока ты учишься в школе. В завершение логично мне, наверное, будет у вас спросить, о чем мечтаете вы? Ну, мне хочется не зря жизнь, наверное, прожить. Это такое, а что-то о таком, о великом. Надо понимать, что это очень тяжелый, это очень рутинный труд, не всегда благодарный труд, но результат все равно он даст положительный, если вкладывать душу. Ведь когда оказываешь помощь другим, то в первую очередь человек, который оказывает помощь, он получает сам внутреннее удовлетворение. У нас есть возможность это делать, и это приносит конкретную пользу в жизни других людей. Как бы этого, по сути, достаточно. То есть, если ты можешь это сделать, то почему бы этого не делать? Я не знаю, какие выводы после этого сюжета сложились в вашей голове. Прямо сейчас я хочу обратиться к людям, которые оказались в зоне риска и которым реально нужна помощь. Если тебе сейчас, ну, мягко говоря, не очень, если тебе одиноко, не расстраивайся. Помощь рядом. Меня зовут Артур Кортес, специально для Татарстан.да.